Итак, мы находимся около тюльпанового дерева. Сейчас пойдем посмотрим и это история этого дерева и посмотрим все остальное. Если пчелы вас там не убьют, то... Там пчелы? Осы там живут. Да. Маша, смотри, кто значит. Кто значит, водом идет, он всех вычисляет. Уходите, не так. Да, кто курит, может покурить. И накуренные так поедем. Замок какой-то вообще. Так, третий круг. Да, ты прочитаешь. Только никому не говори. Вот такое тюльпановое дерево. Причинными местами. И одна бабушка загадала желание и крестилась еще. Я думаю, не будем. Богохульство, креститься не надо.